Вот вылупился случайно Алексей Октябринович Балабанов. Этот почему-то не врал. А чем занимался Балабанов? Он кино снимал. Фактически на свои деньги. Посмотрите какого-нибудь брата. Там все вокруг его квартиры снято за 3 копейки. А какой след оставило? А как людей впечатлило? А заработал Балабанов что-нибудь с этого? А ему не надо было. Начнем отсюда. Ему не надо было. Он что-то хотел сказать и сказал. И вот оно, пожалуйста. Или посмотрите какой-нибудь художественный фильм «Война». Тоже, что ли, за деньги снимал, чтобы на фестивалях побеждать? Нет, да плевал он на это там с высокой горы. Как настоящий творец, ему есть что сказать.